На встречу рабочей профессии в Иванове стартовала декада по трудоустройству граждан в сфере текстильной и легкой промышленности. В Ивановском профильном колледже прошла первая ярмарка вакансий. Выпускники встретились с потенциальными работодателями. Наша задача, таково поручение, естественно, нашего областного руководства, чтобы ребята нашли профессию здесь, на малой родине, в нашем Ивановском крае, и закрепились на наших предприятиях. Поэтому подготовительная работа серьезная. Здесь мы работали в унисон и с работодателями, и с системой образования, и с родителями, для того, чтобы действительно максимально раскрыть, в общем-то, весь спектр предложений, которые есть в Ивановском регионе. Сейчас в регионе более 2000 вакантных мест в отрасли легкой промышленности. Требуются ткачи, инженеры-технологи, раскройщики. В рейтинге самых востребованных профессий первое место традиционно занимает швея. По статистике, в первый год после обучения от 50 до 60% выпускников находят себе работу, и только 4% молодых людей долгое время не могут устроиться. Как правило, вот он не превышает эту границу. Вроде бы невысок, но если мы говорим, что это вопрос каждого молодого человека, то для нас это очень важная цифра, значимая цифра. И поэтому вот те мероприятия, которые мы проводим совместно со службой занятости, они как раз позволяют сократить эту цифру. Представители предприятий рассказали студентам о специфике работы, перспективах карьерного роста, социальных гарантиях и, конечно, о зарплате. Но самое главное, молодые люди, будущие специалисты, получили опыт общения с работодателями. Как ивановские были предприятия, так и Ивановской области. Вот, приглашают как бы работать, научили писать резюме, вот, чтобы перед тем, как устроиться на работу, вот, это очень пригодится, потому что на серьезные предприятия нужно как бы предоставлять резюме. Декада трудоустройства продлится до 26 мая. В это время состоятся встречи с работодателями, ярмарки вакансий и чествование лучших трудовых династий. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.